Всем привет! Привет! Добро пожаловать во влог на пару. Анька сейчас хвастаться будет. Да, ко мне приехали всякие няшечки, вот такие, в таком пакетике красивом, из сайта Dermcare. Подержишь? Я покажу, да. Что приехало. Во-первых, это вот такая косметичка со всякими прикольными... Ну, ты же потом будешь рассказывать на своем канале. Ну, я буду впечатления уже на своем канале рассказывать. Это термальная вода, тут пробники разные, виши, все виши для лица, для глаз, все. Косметичка очень прикольная. Вот, потом это такой лосьон для тела с лотосом и имбирем. Абсолютно натуральный, тут все без парабенов, по-моему, силиконов и всего остального. Я все время путаюсь в их. Пахнет имбирем. И самое главное, что здесь есть, это beauty box. Вот такая маленькая коробочка с пробничками. И тут тоже разные пробнички в фольге. Но я тоже с вами поделюсь моими впечатлениями. Если хотите, напишите, хотели бы вы увидеть, услышать мои впечатления от всего этого попробованного. И здесь для глаз и для лица тоже кремики. Вот так что, вот такая вот я сегодня довольная. Ну, а теперь ответы на вопросы. Ольга Т. спрашивает, какими иностранными языками вы владеете? А, да? Да. Иностранными языками, русским, например. Очень иностранный язык. Я владею им не в совершенстве. Русским, английским. Иностранными. Русским, английским. Я не понимаю, что вы говорите. Не, вопрос на самом деле звучал, какие иностранные языки вы знаете? Ну, знать, то есть иметь представление, что такие языки существуют. Нет. А разговаривать могу очень-очень плохо на английском. Ну, мы еще чуть-чуть умеем на испанском и итальянском. Я, кроме пронто... Бабене. Бабене. Черто. Черто. Си. Да, больше я ничего не знаю, на самом деле, по-итальянски. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Ничего, вот была в Италии. Это, по-моему, по-испански. Вообще, вы знаете, вот эти вот границы, знание, незнание языка и трудности перевода, они все больше и больше стираются. Если помните, я рассказывала, как я покупала кофейник в Неаполе. В маленьком хозяйственном магазинчике лэптоп стоит, лежит на столе. Мальчик-продавец набирает мне по-итальянски, переводит на русский, я ему набираю на русском языке текст. В общем, мы друг друга поняли. И очень... Это не собака, это какой-то ужас. И очень многие все равно чирикают по-английски. Фу. Говорят, что... Ну, вот мы были в Париже, сразу предупредили, что там на английском языке нельзя разговаривать, они не отвечают. Ну, я подходила, я брала с собой. Я вообще в каждую страну беру обязательно разговорник. Анька знает, у меня это тоже бзик, закидон такой. Мама не рассчитала. Почему не рассчитала? Бабуленция стояла, я к ней подошла по-французски, там, прочитала текст. А она ответила на французский. А она так ответила, что я ничего не поняла. Я говорю, ты не рассчитала. То есть ты задала вопрос? Но она все равно показала, по крайней мере, направление, как куда идти. Ну, в общем, ну никто не пропадет, даже если вы не будете знать языка. Язык жестов, он по-моему, универсален. Он тоже не универсален. Есть страны, в которых разные жесты. В основном. Ну, всё-таки. В общем, я знаю английский язык, господи, мама ты... почти знает английский. Бася, перестань. Почему, когда я начинаю говорить, ты все время с собакой играешь? Да потому что она мне больно так делает. Так спусти ее вниз. Сейчас она сама спустится, если ей надо будет. В общем, вот так. Следующий вопрос от Александры Данкиной, которая шифруется под Дмитрия Захарова. Есть ли у вас мультиварка? И там дальше очень длинный текст. Если есть какие рецепты, у нас нет мультиварки. У нас нет мультиварки. Поэтому и рецептов нет. Поэтому все остальное, уже все остальные вопросы отпали сами собой. Да. Мама не понимает, зачем нужна мультиварка. К тому же у нас газ, и все электронные приборы считаются в 2 или в 3 раза дороже, чем, ну, если у вас там... А мультиварки только электрические? Да, да. Ну, есть не электрические, но они не такие интересные.
Вот, я даже не знаю, мультиварка это круче, чем скороварка раньше была. Я, в общем, не мультиварка просто. Там все готовится. Ну а что она из себя представляет? Все там готовится. Кидаешь, а оно там готовится. Понимаете, я никуда сейчас не тороплюсь. Когда мы торопились, мы просто шли и покупали еду готовую, когда мы очень спешили. А сейчас я никуда не тороплюсь, я готовлю просто так, как, во-первых. Во-вторых, мы все-таки не очень сильно все продукты там парим. У нас такое все наполовину готовности доведено. Да. Вот. Да. А Николай Паринов или Паринов, я не знаю, как правильно. Наверняка это женщина. Наверняка, напишите, Николай. Конечно, да. Пишет, что ждет обещанную корзинку Oriflame. Я сегодня выложила по 8-9 каталогу. О, смотрите. Да. А я хочу покрасить волосы, поэтому потом сняться. Да, я должна сдерживать, правильно. У меня есть оправдалка. Оправдалка. Нет, я так поняла, что я совсем забросила свой канал, потому что я даже не осознавала, насколько давно я выкладывала последнее видео. Недавно ты мне говорила, что 2 месяца. Уже, по-моему, 3. Ой. Ой. Да. Вот. Вот. Еще какие-нибудь вопросы. Может быть, лучше мне пообещать вам одно видео в неделю и спокойно выкладывать по одному видео в неделю и не париться по поводу того, что я каждый раз по 2-3 обещаю. А ты уже давно же, по-моему, одно видео в неделю. Я уже не помню. Не помню. Я уже просто ужасный человек. Мне стыдно. Вася, фу. Иди на место. Не трогай маму, она нервничает. Мама не нервничает, маме больно. Она прям когтями своими царапается. Все, мне царапает. Ну, а теперь давайте благодарности. Давайте. Я сегодня благодарна за хорошую погоду, за хорошую я уже заговариваюсь. За хорошую природу, погоду и за то, что я сегодня ела фахитос опять. И объелась, и было очень вкусно. А мама мне приготовила. А я уже на обычное питание перешла, да. Потому что я просто уже не выдерживала. Я утром встаю вся отекшая 2 дня. Не, я сегодня тоже очень неуютно встала, потому что вчера вообще прям почти перед сном за 1.5 или 2 часа я говядину съела. Что-то как-то неуютно было. Да. Ну, а я благодарна за то, что выложила видео. Я себя уважаю. Я очень-очень горжусь тобой. Я не горжусь собой. Гордилья. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, я уже спрашивала, как вы относитесь к тому, чтобы мы просто открыли свои блоги, а как вы относитесь к тому, чтобы мы просто открыли на каком-нибудь ресурсе блоговом свою страничку? Вы бы читали наши посты? Вот. Вот. И на какие темы вы бы ждали от нас что посты? Что такое странички? Ну, блогспот, например. Ну, можно в Live Journal. В Live Journal можно. Неважно, вот страничку на каком-нибудь таком блоговом ресурсе. У меня везде есть, на самом деле. И вот вопрос, какие бы посты вы от нас ожидали услышать, прочитать про косметику, про жизнь, рецепты. Напишите, пожалуйста, какие темы вы бы от нас ожидали и хотели бы вообще такое делать. Сейчас опять тебе напишут. Ты даже видео не снимаешь. Ну, я тоже, в общем, нерегулярно. А еще писать собираетесь, тоже не будете писать. Сейчас тебе тоже кто-нибудь ответит. Я просто хочу, чтобы, если видео, например, нет, у вас тоже было бы, что, например, почитать хотя бы, если я видео не успеваю сделать. Потому что написать быстрее, чем снять видео. Ой, у нас комары нас искусали. Да, все искусали. Вот. Да. Так что напишите, пожалуйста. Мне будет интересно узнать. И, может быть, мы будем двигаться в этом направлении. Мы должны в разных направлениях развиваться. Да, 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 да. Личностный не рост, а развитие должно быть. Вширь, в высоту и в глубину. Ага. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.